Итак, всем привет, ребята, с вами я, Кент, и мы сегодня как-то с моим другом будем играть в Roblox режим Микки Ред, или как его там? Рикки Ред. Да. Этот. Как понимаете, в этот режим почти все играют. Попытаюсь-ка мы сыграть в это. Тут стрельян, есть два игрока могут туда зайти. Давай мы вдвоем зайдем. Чё? А то я хочу испытать страх. Ой, блин. Ски. Ильян, где ты? Да у меня говорит то, что это... Как бы сказать? Что? Недостаточно памяти. Короче, примерно через 5 минут зайду. Хорошо. Смотри, Лен, тут есть одна комната, в которой помещается один игрок. Угу. Тут 4 игрока, 3, 2 и все. Да блин, опять это Микки Маус. Ты уже зашел? Нет, тут просто Микки Маус появляется, да появляется. И все, я привет, с вами Кинго Краб. Вот, Кинго Краб, вот, да. Все, Лян, пошли со мной. Где? Вот, Лян, я тут. Давай в эту комнату заходим. Стой, давай я расскажу. Давай. Заходит, короче, улитка ползет и идет путь к бару. Поздно. И... Блин. Ладно, потом расскажу. Как теперь я с ночью спать-то буду? So glaze present. Help me. Что? Ты тоже сидишь в автобусе? Ну да. Все, пикник арена. А, закрой дверь. Нет, включи свет. Она издевается. Юху! Ильян? Чё? Ура, мы можем двигаться. Сейчас скоро скример будет, Ильян. It's time for some fun. Okay. Блин, это хорошо. Все, Ильян, пошли. Пошли. А ты знаешь, как сделать от первого лица? Ну, а ты... Да, знаю, надо приблизиться. Все, я от первого лица играю. О, Ильян, это же... Это же идея. Давай будем играть от первого лица. Давай. Вот, привет, я тебе... Да, тихо. Под моим стартом идем. Идем. Успели. Пошли. Олег. This way. А что делать, если... Что? Здесь... Нечко. Здесь что? This way. А нужно внутрь зайти? Да, внутрь зайти надо. Я зашел. О, фонарик. Канализация. Воу, там посмотри вдалека. Видишь? Да. Я... Первый. Да почему именно я? Я хоть-то видел видео, как вы это играли, но мне все равно страшно. Ты бросай меня. Че, будем обходить? Блин, мне это рожа пугает. Посмотри на это. Он нафиг. Давай иди. Ну, давай, короче, на суефа, ладно, шучу.
Давай спиной. Воу, Лен, посмотри на это, внизу посмотри. Вот так выгляжу я после чашки кофе. Ну, это лицо очень страшное. Я назад смотреть не буду. Давай, иди, Лен, иди. Ты наш герой. Давай, твоя очередь. О, исчезла, скример исчезла. Можем идти дальше. Я молодец. Давай, иди первым. Нет, короче, я... Это что? А, короче, сказано, надо эту дверь открыть надо. Как-то. Как-нибудь надо эту дверь открыть. Надо проверить другие комнаты, Илья. О, Рататуй бедный. Я что-то подобрал. Какие? Шучу. Что? Нечего. Help me. Help me, спасите. Покрутили, и там должно, по-моему, это исчезнуть. Да, исчезла она. Пар. О, как же страшно. Воу! Я Я знаю, смотрю что. себя. Я знаю, что произойдет. Я знаю, что произойдет. Ильян. Внутри крыса? Что? Приготовься, приготовься бежать. Беги! Я бегу. Он за нами гонится! А тебя Он за шкаф. нами гонится! Илья! Открывай. Она открывается. Открой, открылась. Тикай, Илья, тикай. Так, по-моему, это... Да. Зас у вас хэр. Сумуан вас билдинг матчинг... короче, я не могу читать. Ты же снимаешь, да? Да, я снимаю. О, я теперь уже... Я вот теперь уже знаю, что дальше. Давай чуть-чуть посидим. Посмотри, Лен. Тут кто-то хотел трупы закопать. Это великан, ведь он больше нас. Ладно, давай, пошли. Там маска Микки Мауса на воде. В озере, то есть. В речке. Эй, или как его там? Что это? Почему меня не прогрузивается? Короче, Лен, после этого скоро будет у нас нежданный гость, но я могу тебе сказать, знаешь, что будет? Что? Скоро этот будет. Мини-босс, как можно сказать. То есть босс. Будем сражаться с боссом. А? Да, в этом огромном поле. Видишь огромное поле с дорожками? Вот прям мы прям на него, у него же... А все, Вот, кулак! прыгнули. Кулак летит! Видел? Кулак только что Какой летит. кулак? А, вот. Так, наша миссия, видишь, когда нас бьет кулак, да, мы должны залезть. Давай, Давай, Илья. нет, нет, давай, Давай. давай, 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 Ильян, ты давай, сможешь. давай. Красавчик. Есть. Yes. Крыса улетела от нас. Родился крыса. О, мы с первой попытки его победили. О, аптечка, аптечка. Ильян. Я знаю, что ты живой. У тебя... Ярик. Прыгни, прыгни. Я знаю. Да, я тебе скажу последнее слово. Да ты живой. Позаботься о Все. моих кокулях. Все, пошли. Я хотел сделать драму. Обрежешь. Это обрежешь, чтобы было смешно. О, пещеру. What is which is What? the red? Что дама говно. Выбить Выбитая два. маза. Короче, наша миссия пойти к дому к Микки Маусу. Ильян, стой! Алло.
Илья, алло, алло, алло. наша миссия пойти к дому Что? Микки Мауса. Наша миссия. Ну вот он же. Да, написано Happy Day, Ditch. Ditch, иди, да? Смертельное веселье. Ну, открывай. Илья, иди первым, Илья, иди первым. Иди, иди вперед, посмотри. Открыла лицо. Давай. Иди в жопу. Увидел, да? Короче, Илян, возьми это специально. Возьми это. Что это? Это, короче, мы будем... Эти штуки будем убивать мобов. То есть против Микки спрей? Нет, против каких-то маленьких мутантов. Эта дверь закрыта. Идем к этой. Воу. Жилой труп. О, как тут воняет. О, библиотека. Как ты думаешь, я найду туда порнушку? Ты чё? А, блин. Нужна книга. Сейчас, Лян, готовься. В этой двери мобы. Готовься. Стреляй в них, стреляй. Умер. А как ты стреляешь? Я не могу их убить. Убил. На них нажимаешь. Убил? Нажимай на них. Убил? Да. Ярик. О, да, там да, работает. Говно. Работает. Спасибо. Работает, Лян. Твоя тактика работает. Это ходячее говно. Странно. Ой, ну я же стесняюсь. А, да. Я же взял же что-то от этого. Как это? Я могу что-то открыть. Да, Илья, иди сюда, открылась. Пауки! Стреляй в них, стреляй. Они меня ударили, они меня ударили. Они меня ударили. Зайди, нечисть. Один пошел за мной. Один пошел за мной. Моя жопа, моя жопа. Один пошел. Надо... Пауки слишком сильные. А, я в курсе. Залезаю на стол. Тихо. Тихо, 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 тихо. А! Илья, я реально скоро сдохну. Посмотри, сколько у меня жизни. Убей их от этого. Ес, паучары, иди. На столу они нас не достают. Ух, убили. Ярик. Блин, сейчас конец. Я знаю, там еще кто-то есть, я знаю. Я знаю, там кто-то есть, но забыл. Кто? Аптечка! Ильян! Что? Короче, натрави на меня, натрави на меня. Я не могу. Иди, так. Эй, ты! Монстр недоделанный. Иди за мной. Иди, короче, там аптечка есть, которой я открыл дверь, Ильян. Там аптечка есть. О, прикинь, Лен, я его забагал. Убил. Ну, да, подходился? Подходился? Да. Я тоже подхалюсь. Похилил. Можно я ножницы возьму, убьюсь? О, нет, все, больше я больше не могу подхилиться. Почему? Ну, тут можно работать, тут работать только несколько раз. Воу, нет, я в этом... Что за комната? Вдруг там кто-то есть? Никого нету. Это что за... Ладно, Илья, пойдем в другую комнату. Я обосрался, блин. Эта комната закрыта. Вот это вот открывается. Апгрейд. Это что? А, я могу купить. Вау, Лен, я что-то покупаю, ты знал? Да, это улучшенные аптечки. А, короче, тут только, тут это место только одни что-то покупать. Идем в другую. Нет, ну тут... Это магазинчик. Здесь тоже должно что-нибудь, Илья.
Лен, ты, по-моему, сможешь эту дверь открыть? Лен, иди со мной. Попробуй эту дверь открыть. Я уже пытался. Ну тогда... А что мы тут упустили? Пошли к Микки Маусу. Да, тут же есть еще какой-то дверь. Еще не открытая. Же. Жди. Нет, она все равно закрыта. Ты же снимаешь, да? Да, все равно снимаешь. Ты же снимаешь. Она закрыта, Елена, она закрыта. Так будем орать, когда повзрослеем. Ну в этой комнате тут что-то есть. Надо на кнопку нажать. На кнопку нажать. Ну что-то не нажимается. Лен, посмотри, комната. Что? Воу. Ох, мама мия. Смотри, библиотека. У меня мачете. Не понял. Будем так сражаться с мобами. Итак, тут книжная полка. Ярик, подожди, у меня руки онемели. Я их не чувствую. Ты что там пьешь? Это за Роблоксы. Это за Роблоксы уже. Роблоксы? Что вообще здесь навсегда? Попросите, помогите. Лена, у тебя есть какой-нибудь... У тебя есть какой-нибудь фонарик? Ярик. Не понял. Настало время убегать. По-моему, эта дверь уже открылась, Лен. По-моему. С этой мачете же надо паутину же разрезать. Блин, что-то не разряжается. Все. Идем. Нужно удерживать. Лен! Босс. Умри, тварь, умри. Что-то не умирается. Только за спрей, сука, что ли, получается? Босс забагался. Ты с мачете убиваешь? Ты с мачете убиваешь? Нет. Я через спрей. Паук. Мать мы убили. Заходим. Все шикарно. Капканы, осторожно. Лен! Короче, я буду сейчас атаковать через спрей. Отстань от меня, нежесть ты недоделанная. Тебя зря создала природа. Нечесть. Тебя зря создала природа. Его не природа создала. Тебе зря природа создала. Он меня сейчас скоро убьет. У меня оранжевая. Я текаю. Почему я подхожу к нему? Как его убить? Тебя зря природа создала. Его не природа создала. Он может сейчас тоже залезать, вспомнил. Умер. А где аптечка, кстати? Ес, Пошли-ка в то место. Аптечка, моя аптечка. Нет! Аптечка не работает. Конечно, закончилась она. Придется идти. Я же скоро умру, вспомнил. Тихо. Эта комната точно уже облутана этими мобами? Все? Аптечка. Аптечка! Да. Все, идем в другую комнату. Микки. Я понял, что тут тоже должно быть. Микки носил свою пятную мишку. Вишка цену? Да. То есть там туда надо, да? Либо это как... все, он показывает, что мы должны туда пойти. Нет, там вход открылся, по-моему, там. Помнишь?
Вход, который мы первый раз его встретили. Который не открывалось. Алло? 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 Алло. Я тоже вылетел этот звонок. Да, мне тоже вылетело. Подожди, дай загрузиться. Все? Подожди, почему? Что случилось? Что случилось? Подожди. У меня какой-то баг. Какой? Я не могу поворачивать головой. Чирили? Да. Блин, Лен, я не хочу, чтобы ты так играл. Я тоже не хочу. Подожди-ка. Не работает. Нет, Илья, зачем ты умер? Это вышло случайно. Всё, Лен, ты больше не возродишься. И где? Я возродился. А? Что? Ты возродился? Ты что, заплатил роблоксов? Нет. Ну что возродить-то надо роблоксы? А как? Да почему она не поворачивается? Пуся, Пуся. Ты кем меня назвал, да? Короче, ребята, давай мы уже все это останем. И лучше давай, я уже устал играть, Илья. Ты все? Закончили играть? Да. Снимем. Завтра продолжим снимать. Потом снимем. Вторую часть, а то уже и так мы долго играли. Да. Пока. Пока. Итак, ребята, как вы все услышали, я буду... Сегодня уже хватит уже. А то и так поснимал Майнкрафт, Роблокс, еще Роблокс. И сделаем вторую часть, как будем проходить эту карту. Или вторую часть. И ладно, как говорит старый дед, пи-бу-пап. Ладно, всем пока-пока.